Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. У нас в Питере похолодало что-то совсем уже, я хожу в теплой кофте. И дожди, когда это закончится, пока что непонятно, но надеюсь, что очень скоро. Вот, сегодня начинаю свой обычный домашний влог, все как всегда. И сейчас хочу вам показать две свои маленькие посылочки, очень классные, мне очень понравилось, с Алиэкспресс. И как всегда, все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Итак, пришло мне все вот в таких пакетиках внутри с пупырочкой, и было вот еще вот такие всякие пакетики. Заказала я две вот такие заколочки. Одно время я хотела подобные купить себе сережки, как булавка, да, только это заколки. Очень классные, я уже тут поносила одну. Во-первых, у них вот эта защелка вот так вот сделана, да, она очень такая достаточно тугая, даже одной рукой не расстегнуть. Очень хорошо держит волосы вот эта вот штучка. Очень хорошо. Вот я заказала такие две заколочки. Мне они безумно понравились. В общем, классные. То стоили там что-то копейки, но шло долго. Шло недель 5, наверное. Там продавец долго отправлял. Вот, но заколочки. Вот. И они у меня застряли почему-то на таможне, кстати. Вот, вот такие две заколочки классные. И заказала вот такой браслетик. Вы знаете, очень удивлена, на самом деле, качеством. Они холодные, вот эти камушки. Вообще, это было написано, что это розовый кварц. Давайте я так положу. Но внутри проходит вот эта сама нитка. Вот видите, она розовая. Не нитка, вот эта резинка. Видите, она вот такая розовая. То есть, они на резиночке. Ну, видно, что вот внутри розовая ниточка. И было написано, что это розовый кварц. Они холодные и тяжелые, то есть если это и не розовый кварц, да, допустим, но на пластик не похоже, девочки, честно, не похоже, вот они вот такие. Единственное, что вот эти камушки, они есть такими с коричневыми вкраплениями, сейчас я вам покажу, то есть они, во-первых, все не одинаковые. Ну, я заказывала, на самом деле, просто как, не то, чтобы там это натуральный камень, мне там важно было. Давай фокусируйся где-то. Вот видите, вот тут вот немножечко на стыке такое черненькое. Вон маленькое вкрапление черненькое. Ну, такие, то есть они все бусики, вот эти все разные бусинки. Вот видите, какие-то посветлее, какие-то потемнее. Есть такие более розовые. Вон, видите, такое черненькое вкрапление вот на этой бусинке. Вот. Холодные и тяжелые. Не знаю, если это настоящие, конечно, но за ту цену, за которую я отдала. Но, в общем, мне на самом деле все равно. Я вам так скажу. Я в камнях не разбираюсь. Мне просто понравилось, как смотрится. Там в отзывах у девочек были фотографии с часами. Классно. Вот видите, как легко одевается. Хоп, и одела. Вот так я планирую носить. У меня такой серебряный браслетик есть. Тоже покупала в Санлайте я. Вот такой вот. Тоже на резинке идут вот такие серебряные, ну, такие как граненые, да, такие штучки. Вот. Я планирую носить вот так вот. Мне очень нравится. Но вот эти вот, они реально холодные, девочки. Реально холодные. Ну, не знаю, настоящие они или нет. Я извиняюсь, тут розами занималась, а у меня все руки исколоты. Видите? Вот. В общем, вот такой вот браслетик. И вот, девочки, покажу, видите, как смотрятся они. То есть вот эта нижняя часть туда, и просто как будто бы у вас булавочка такая. Слушайте, ну вот эти, мне очень понравились вот эти, как они называются, заколочки и браслетик тоже. Мне кажется, симпатично смотрится вообще. Ну, мне нравится. Я заказывала просто, на самом деле, мне то, что там это розовый кварц там или еще что-то такое, знаете. Ну, как бы просто такие бусики. Мне просто захотелось летом розовенькие. Вот, так что, ну вот так. Ну, я сейчас пойду, как всегда, всякими домашними делами заниматься. На обед я сейчас приготовила вот этот супчик с лапшой. Ну, такой он у меня не очень густой получается, с этой лапшой лентовской домашней. Очень, очень обалденно вкусно получается. То, что он у меня такой желтый, это не на кубиках, это я добавляю сюда куркуму. Суп получается безумно вкусно. Вообще куркуму много куда добавляю, и получается вкусно, обалденно. Единственное, что придает вот такой цвет, так как стало уже достаточно прохладно у нас. Хочется какого-то горячего супчика, поэтому такой сейчас будем обедать с мальчиками. Ну, такой он у меня не сильно густой, такой в основном как бульончик. А
Хочу вам показать, девочки, свой новый букетик в этой вазочке. Те ирисы завяли. Сейчас отрезала вот такие свои розы. Это у меня плетистая роза. Я вам ее показывала уже. Она у меня, в общем, ну там завалилась. Ее надо немножко в порядок привести, подстричь немножко. Ну, образно говоря, подстричь. В общем, я срезала с нее пару букетов. Все равно это нужно делать. И поставила вот сюда. Теперь у меня тут такая красота стоит. Очень мне нравится. Красиво очень смотрится. И, конечно же, кофе здесь мое любимое. Моя любимая кружка вот это все-таки. Вот это я покупала в Фамилии. Она у меня самая-самая любимая. Я пью не крепкий кофе, кстати, и в последнее время стала пить с молоком. Не знаю, мне очень нравится в последнее время с молоком. Хотя я долгое время, слушайте, наверное, лет 5, наверное, вообще без молока пила кофе. Вот. Но как-то муж мне все наливал молоко в кофе. И вот как-то стала пить с молочком. Так что вот такая вот красота у меня на кухне. Вот эта роза плетистая у меня погнулась. Вот видите, ну она не погнулась, она просто из-за того, что очень много бутонов дала. Она у меня была вот здесь на сетке, и плюс еще подвязана, стволы там подвязаны у меня. Но с этой сетки она, короче, упала. Хотя она обычно очень, ну, крепко за нее держится. Но что-то там, может, сетка порвалась, надо смотреть. И мне она завалилась. В общем, мне надо ее подстричь. Всегда состригаю вот эти вот отсвевшие. Ну, то есть не даю вот, чтобы зернышки такие были, как они называются, да? Коробочка это, по-моему, называется. Не даю. Обычно все срезаю. Видите, уже начинает отцветать. Вот. И, соответственно, надо ее немножечко мне привести в порядок. Вот. Надо заняться этим вопросом, потому что там еще тоже заросло все. Надо прополоть. А что-то она у меня, видите, ломанула в этом году. В прошлом году она не была такая большая. В этом году что-то ей как-то, да, вот так вот. Так что сейчас займусь. А вот с этой стороны, вот, то есть вот она, плетистая роза. У меня обычная роза. Ну, самая простая такая. Вот такая простая самая. Да? И она почему-то тоже выглядит как плетистая. То есть, видите, она какие дает, вот здесь вот зацепились, вот такие вот эти, ну, как плетья, только она не такая колючая, как плетистая. Плетистая, видите, какие колючки просто. Она вся очень-очень такая колючая, вот эта плетистая роза. Очень болезненно, если что, колется. Вот, это не такая, но она тоже куда-то у меня поползла. Я смотрю в разные стороны. В общем, надо их как-то сейчас мне переделать. Вот, ну так красиво. Вот они мне тут две красные, но вот это такая более... Ну, хотя по цвету нет, они одинаковые, девочки. По цвету. Хотя, мне кажется, вот это более фиолетовое отдает, а это такая обычная. Ну, такую розочку я тоже люблю. Красивая. И что ты там делаешь? Вон. Это ты там хулиганичаешь. Конечно же, моя помощница мне помогает, ходит, да? Помощница моя сладенькая. Помощница моя. Линяет, надо ее тоже сейчас вычесать. Но вначале розочками займусь, потом песиной. Что-то она странно как-то. Уже июль месяц, она только линяет. Она обычно раньше линяла. Да, красавица моя? Ты хорошая девочка? Ты хорошая девочка такая? Вот она какая хорошая. Да, хорошая. Пошла по делам. С игрушкой играет со своей. Вот этой, да? С игрушкой мы играем. Только мы ее вот так обгрызли. Ай, больно. Больно, больно. Вот так обгрызла ее тут со всех сторон. Покажи с той стороны. Тут бухраму. Ну, играет. Да? Вот так вот я скажу. Игрунья. Игрунья я. А сейчас, девочки, на ужин я приготовила блюдо, которое... Ну, это блюдо, наверное, моего детства. Я не знаю, почему, но в детстве очень часто я ела это блюдо. Это тушеная капуста с сосисками. И я добавляю сюда немножко томатной пасты. Не знаю, очень люблю вот это в таком виде, без морковки, без лука, просто тушеная капуста,
тушится, потом добавляю сосиску и различные специи и томатную пасту. Ну, специи, перчик добавляю, здесь лавровый листочек, ну, все, что есть такое, да, и специи. Делаю немножко остренький, соль и все. Не знаю, в детстве почему-то очень любила, девочки, вот эту тушеную капусту с сосисками, не знаю почему. Ну вот как-то, да. Ну и решила сейчас тоже приготовить, потому что на ужин у нас, ну, там, в общем, осталось, надо курицу доесть, знаете, все такое мясное есть. А это в качестве такого, немножко гарнира, немножко гарнира приготовила. И еще, девочки, хочу вам показать, мы тут с мужем затеяли ремонт на первом этаже в ванной комнате. У нас на первом этаже ванная и туалет, они раздельно, да, не совмещенные, на втором совмещенные. Но у нас на втором душевая, она не сделана, потому что, то есть у нас стоит на втором только, ну, как бы туалет и раковина, а самой душевой пока нет из-за технических, в общем, различных обстоятельств. И меня также спрашивали по поводу, ну, часто спрашивают, да, в доме, какое у нас отопление, какое там вот это все. Так вот, отопление у нас газом мы топимся, то есть газовый котел у нас, и горячая вода, соответственно, газом нагревается отопление, и горячая вода – это газ. И у нас на первом этаже есть теплые полы, значит, плюс у нас вода, у нас центральное водоснабжение, на зиму у нас не отключают его, то есть оно круглогодично. Единственное, что у нас в поселке нет, так это канализации. Так вот, в этом году у нас стали делать канализацию, уже делают даже по нашей улице. Когда будет подключение, еще пока непонятно. И мужу для того, чтобы все это подключить, нужно было, в общем, переделать кое-что. У него как раз основная, то есть у нас стоит сейчас мотор и септик. В общем, этот мотор гонит все то, что идет, как бы всю вот эту канализацию, он гонит ее в септик. Септик там сколько-то уровней, да, потом еще эта вода у нас переходит из септика в колодец, в общем, там целая система, да, септик, соответственно, нужно чистить, и туда засыпается еще такой порошочек, типа бактерий, или как они там называются, то есть обслуживание тоже, естественно, платное этого септика. Так вот, там ему нужно было кое-что переделать, плюс у нас есть такая, ну, мы когда, знаете, начали строить, мы как-то об этом с мужем не задумались, но задумались уже потом, когда стали жить здесь зимой, то, что у нас на первом этаже в туалете и ванной нет теплых полов. Вот. И на самом деле у нас получается стена, которая выходит вот где туалет с ванной, это северная стена, и зимой, особенно в морозы, сказать, что холодные полы, это ничего не сказать, они ледяные там. Достаточно холодные два получается помещения, поэтому так как мужу там все равно нужно было все разбирать, переделывать, то есть разбирать даже пол в туалете, то он решил, что сразу сделает тогда теплые полы. Плитку кафельную мы менять не будем, на стенах она у нас так остается, а на пол у нас еще осталось, получается, с предыдущего ремонта. Ну вот когда вот мы все начинали делать, у нас осталась плитка для пола. Поэтому мы все то же самое оставим. И еще один, как бы такой, ну не косяк, наверное, то, что мы как-то особо не продумали, то, что на первом этаже у нас стоит душевая кабина. И все-таки очень хочется ванную, честно, очень хочется ванную. Поэтому мы решили, в общем, там все переделать. И я вам потом покажу конечный результат. Сейчас я хочу вам показать то, что мы начали делать. Точнее, начал делать все мой муж. Он делает у меня все сам. Вот, и все там переделывает. Итак, это наша ванная комната. Помещение у нас достаточно небольшое. С левой стороны как раз стояла душевая кабина. А вот здесь вот над шкафчиком была у нас раковина. Ну, соответственно, полотенце-сушилка. Вот такой у нас кафель. Я, к сожалению, не успела заснять до того, как муж отсюда все вынес. Но я думаю, в принципе, все так было, в общем, понятно, да. В общем, он снял всю плитку. Как вы видите, конечно же, моя подруга, помощница моя, куда же без нее. Она всегда там, где что-то происходит, на страже порядка. И вот такая кафельная плитка на полу у нас была в ванной комнате. Вот такая, ну, как бы она коричневая, такая с прожилочками. Ну, как не с прожилочками, но вот ну, так как-то она выглядела. Вот он ее уже снял. И снял вот это вот, сверху была у него такая плита, видите, доски. И утеплитель был у нас на полу. Это не помогало вообще никаким образом. У нас фундамент, бетонная плита. И вот муж оттуда все вытащил, положил газобетон туда, газобетонные такие блоки.
И, конечно, сверху будет делать стяжку. То есть, видите, внизу вот это плита бетонная у нас была залита, то есть это фундамент, скажем так. Ну и, конечно, ванная комната, туалетная комната, извиняюсь. Она у нас такая розовая. Вот видите, в углу там вот эта вот вся система, там же счетчик, там же вот эта разводка какая-то. В общем, там куча-куча всего у него было, он уже половину снес, скажем так. И вот тоже плитку, вот таким образом она у нас выглядела. Он тоже, видите, снимает, чтобы добраться до самого пола. Ну, конечно же, хаос. Хаос, девочки, это вообще нечто. Все это нужно будет увозить, убирать. Вот. Ну, конечно, моя подруга, как всегда, я говорю, она всегда на страже порядка. Вот. Так что... И вот в туалете, да, то есть все тоже снял, внизу бетон, и вот этот утеплитель вообще, ну, не спасал, не потому что он плохой, а само по себе так. И вот мой муж уже тоже в туалет это положил трубу под теплый пол, то есть она водяной теплый пол у нас получается, ну, и сверху делает такую вначале черновую стяжку вот эту вот. То есть, видите, здесь вот так вот, да, водяной теплый пол, то есть вода вот это вот газом, соответственно, да, отапливается котлом. Вот такая стяжка получилась, теперь она у нас будет сохнуть, и да, вот такая вот красота у нас. Помещения, конечно, небольшие, но для основного, для необходимого на первом этаже хватает. Так что вот так вот, девочки, у нас сейчас получается. Кое-что из мебели в ванной комнате мы поменяем. Тумбочку нам нужно поменять. Она у нас, ну, какая-то такая кривая, косая, в общем. В общем, все это тоже постепенно буду показывать. Сейчас полы будут сохнуть, ну, как минимум сутки, даже, может быть, больше. И потом муж у меня будет укладывать поверх плитку. Так что вот так вот у нас сейчас все будет. Вот, и постепенно, по чуть-чуть. Вообще дом – это такое место, девочки, когда... Ну, здесь всегда есть чем заняться, было бы желание и были бы финансовые возможности. Потому что даже вроде бы вот небольшие переделки, они на самом деле требуют очень-очень много средств, очень много вложений туда. Плюс, ну, у нас хорошо, у меня муж делает много что сам, поэтому вот такая небольшая экономия у нас получается. Так что в следующих видео буду показывать вам продолжение. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным. Интересно, ссылочки вот на эти... Ну, вот реально, вот сижу, кстати, браслет, он холодный. Вот, так что мне очень понравилось. Ссылочки на то, что заказала с Алиэкспресс, оставлю внизу в инфобоксе. Ставьте пальчики вверх. Это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч.